Известно, где Хандан Султан? Недавно она была в башне справедливости, когда выносили тело Паши. Видела бы ты ее. Она раздавлена и убита. Скоро она встретится со своим любимым дервишем. Повелитель все узнает, и тогда ее ждет не менее страшная казнь. Мы же с вами, кажется, условились. Вы обещали молчать. Условились, Кюсэм? Смерть дервиша меня не волнует. Совсем. Главное, это Хандан Султан. Пусть страдает. Моя печаль ее мало заботила. Но мы должны думать о чести Великой Османской династии. Подумай лучше о гареме без Валиде Султан, Кюсэм. Тебе ее смерть выгоднее всего. Только представь, ты же станешь здесь полной хозяйкой. Госпожа, так нельзя. Вы не должны ничего говорить. Дело не в Хандан Султана, а в повелителе. Он узнал достаточно. Он пережил казнь близкого человека. Нельзя, чтобы он узнал еще и об этом. Я этого не позволю. О связи дервиша Паши с Хандан Султан никто, кроме нас, знать не должен. Сохраним это в тайне. Но какая польза держать это в тайне, Кюсэм? Объясни мне. Шехзаде снова сможет видеть свою мать. Этот вопрос мы решим. Я была бы очень рада. Если так, то я закрою рот на замок. И не пророню ни единого слова. Но вряд ли ты его уговоришь. Предоставьте это мне. Я все решу, обещаю. К тому же Хандан Султан сейчас все равно не способен вести войну. Хорошо. Я согласна молчать. Оберегай, Хандан Султан. И однажды горько об этом пожалеешь. Сейчас важно, чтобы повелитель смог немного успокоиться. Думаете, у нее получится? И Шехзаде позволит с нами видеться? Надеюсь, Минэкше. Так и будет. Матушка? Хандан Султан была влюблена в дервиша Пашу? Ты смела подслушивать, Дильруба? Зачем нам ее защищать? Мустафа из-за нее живет в павильоне один. А когда-то она даже хотела его убить. Случилось то, что должно было. Теперь печать ваша, Паша. По-моему, эта должность подходит вам гораздо больше. Вы можете быть спокойны, госпожа. Мне доверены все государственные дела. Вы можете теперь заняться делами гарема и сделать так, чтобы повелители оба ваши шехзаде стали еще счастливее, чем сейчас. Как раз ради их счастья. Я больше не буду интересоваться никакими государственными делами, Паша. Ведь повелитель и наши шехзаде есть государство. Прекрасно. Я полностью одобряю ваше решение. Полагаю, наш союз с государством неразрывен. Конечно, Паша. Повелитель? Оставьте нас. То, что я слышал, правда? О чем ты говоришь? О Валиде и дервише, вот о чем. Что ты хочешь сказать? Ты прекрасно поняла, что я хочу сказать. Расскажи мне все. Не знаю, кто и что тебе рассказал. Но все эти грязные сплетни о Валиде Султан до меня, конечно, тоже доходили. Совершенно очевидно, что они возникли по вине дервиша Паши. Я ничуть не сомневаюсь в невиновности Валиде Султана. Совсем недавно вы с ней повздорили. Она тебя ударила.
А сейчас ты ее защищаешь, утверждая, что она невиновна. Как может быть иначе? Она наша Валиде Султан. Дервиш заставил меня о многом задуматься. Почему он так поступил? Почему он убил моего отца? Почему Валиде, зная обо всем этом, молчала? Почему защищала его? Я перебрал все варианты. Но такое мне даже в голову не приходило. Валиде Султан явно ни в чем не виновата. Это невозможно. Она никогда бы не сделала того, что причинило бы тебе боль или унизило. Это должна сказать она, а не ты, Кёса. Я сегодня же поговорю с ней. Если хоть на секунду усомнюсь. Ты что, подслушиваешь, Хаджи Ага? Не из любопытства я подслушиваю. Хандан Султан закрылась в покоях. Вдруг она примет яд? Сохрани, Аллах. Зачем ей накладывать на себя руки? Не спрашивай, Джанет. Повелитель обо всем теперь знает. Об их любовной связи. Аллах всемогущий. Откуда он узнал? Кто ему сказал? Госпожа, это все происки Халиме Султан. Видимо, она подослала Дильрубу Султан. Госпожа!
Госпожа моя! Госпожа, зачем вы пришли? Не вмешивайся, Минакше. Зачем вы это сделали? Вы обещали не говорить повелителю. О чем ты говоришь? Я ничего не рассказывала. Кто же ему рассказал, если не вы? Я рассказала. Дильруба, что ты наделала? С каких это пор говорить правду стало запрещено, матушка? Дильруба, что за злоба и коварство скрываются за твоим невинным личиком? Знай свое место, Кесем. Я запрещаю тебе так со мной разговаривать. Дильруба! Отныне ни вы, ни ваша дочь не вздумайте у меня что-либо просить. Шансов видеться со своим шахзаде у вас больше нет. Вы сердитесь на меня, матушка? Уйди с глаз моих. Не хочу тебя видеть. Пожалуйста, откройте дверь, Валиде Султан. Прошу вас, не совершайте ошибку. Госпожа, вы нас пугаете. Ну, пожалуйста, откройте. Я войду внутрь. Во что бы то ни стало, войду, Джанет. Закрыто. Дверь заперта. Госпожа, откройте дверь! Госпожа, откройте! Умоляю, не совершайте ошибку, Валиде Султан! Откройте дверь! Госпожа, откройте! Госпожа! Госпожа! Ханжага, что происходит? Повелитель, Валиде Султан заперлась в покоях и не открывает дверь! Матушка, откройте дверь! Валиде! Матушка, откройте дверь сейчас же! Валиде! Немедленно! Откройте дверь! Матушка! Прости меня. Девушки, поторопитесь, надо бежать. Бежим. Что случилось? Хандан Султан заперлась в своих покоях и никого не впускает. Валиде! Матушка! Откройте дверь! Меня. Валиде! Мама, откройте глаза! Где лекари? Валиде! Валиде! Валиде, очнитесь! Ахмед, уже все. Валиде! Ахмед! Откройте глаза! Откройте! Валиде! 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 Валиде!
Матушка! Валиде! Нет! Нет! Валиде! Нет! Нет! Матушка! Что здесь происходит? Она выпила яд! Сделайте что-нибудь! Зульфикара же спасли! Сделайте то же самое! Валиде! Мама! Валиде, откройте глаза! Повелитель! Валиде! Повелитель, соболезную! Нет! Да будет ей земля пухом! Нет! Нет! Сначала неожиданно Дервиша Пашу казнили. А сейчас Хандан Султан покончила с собой. Мне очень интересно, что они тебе сделали, что оба так внезапно умерли? Я не имею к этому никакого отношения. Учитывая все недавние события, звучит неубедительно. Каждый человек может верить в то, что хочет.
Валиде Султан предстала перед Аллахом. Хаджи-ага, что случилось? Что с тобой? Она убила себя, Бельбель. Кто? Валиде Султан. Хаджи-ага. Thank you.